Привет, 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 привет. Всем привет. Всем доброй ночи. Кто еще не спит? Сейчас что-то сидел, анализировал все происходящее. И знаете, вот не зря говорят, что високосный год — это какое-то такое время бесконечно тревожное, когда происходит какая-то херь и абсолютно невозможно ничего предугадать. Учитывая то, что мы с вами, друзья, наблюдаем в повседневной жизни, есть ощущение, что високосный год — это не выдумка, все-таки наши предки что-то понимали в происходящем, какое-то происходит какая-то вакханалия. Вот сейчас заканчивается февраль, сегодня 29 февраля, странный день, и февраль получился, мягко говоря, какой-то беспокойный и негативный. День был сегодня какой-то жуткий, вся эта история с отрезанной головой мальчика и сегодняшняя шахидка непонятная на Октябрьском поле и пресс-конференция по Эрику. В принципе, все это смешались в кучу, кони, люди, и весь февраль был в таком формате. И, короче, какая-то жесть на самом деле. Жесть и жестянка. Я понимаю, что мы реально вот сейчас в истории с Эриком быстро ничего не сможем сделать. Как бы мы ни хотели, мы сейчас завязаны абсолютно точно на то, как это дело ведет следствие. Я искренне надеюсь на то, что прокуратура возьмется за эту историю и придаст ей больше легитимности. Поэтому как-то так. Нет, я не буду организовывать побег. Подсудное дело, друзья. На что вы меня подбиваете? Дело продвигается, и мы, в принципе, понимаем, как, в какой логике будет действовать следствие. Вот, мы реально пашем. Завтра с утра мы выложим видео, которое для вас, для всех обывателей, расскажет, почему Эрика нельзя было закрывать, и какие, собственно, нелепости, и что было неправильно сделано. Видео уже готово, это инфографика. Ребят не спали двое суток. Вот, и пилили это видео. Плюс сейчас готово уже видео, тоже будет скоро выпущено, по сюжету на Вестях. Прям по кадрам все разберем и покажем, как монтируются такие видео. Друзья, мы обязательно проведем мероприятие, когда будет понятна дата проведения суда по апелляции в Мосгорсуде, то мы, конечно, придем туда и поддержим нашего друга. Вот, охоту третью выложат, она в монтаже, не все готово просто. Вот, людей не слили, не переживайте. Просто сейчас мы очень много сил отдаем именно истории с Эриком, но всему свое время, сейчас сайты пилятся и все будет. Поверьте, просто мы делаем это своими силами, у нас штат не 300 человек, поэтому все физически не выгребаем. Вот, я высплюсь обязательно, в следующей жизни высплюсь. Так что все нормально, друзья. Вот, петиция набрала уже больше 150 тысяч и будет набирать дальше. И спасибо вам большое, что она набирает, это важно. Да, она помогает, она привлекает внимание, но нужно понимать, что основная задача, чтобы просто был справедливый суд. Если есть за что, пускай доказывают, а если нет, пускай отпускают. Пятницкий был на допросе, не знаю. Паша ходит в изоляторы, разговаривает с Эриком, он имеет на это право. Но сейчас, собственно, пытаются вывести их из игры, сделав их свидетелями по делу, но они не могут быть свидетелями, потому что они на момент совершения, якобы совершения этого преступления, не были знакомы с Эриком. Как вы знаете, по закону о ОНК, если человек проходит свидетелем по делу, то он не может общаться с обвиняемым по этому делу. Поэтому очевидно, зачем это делает следствие. Что там Путин? Почему здесь Путин? Мы, безусловно, надеемся на беспристрастный справедливый суд. И в случае чего, конечно, будем пытаться дойти и до президента с этой историей. Но задача-то какая? Задача не раскачать ситуацию. Есть конкретный адресный беспредел в отношении человека. И мы говорим, что он не носит системный характер, прям там не всех же кошмарит. Просто сейчас очень, да, ну, наше дело такое. Он взялся исправлять систему, сделал это очень резко и получает в ответ вот такие действия.
То есть просто система резко не меняется. Чтобы у вас не было никаких сомнений, она меняется постепенно. То есть там нужно потихоньку вымывать старую мразь из системы, которая не хочет жить по новой, и заводить туда честных офицеров. Нам нужно менять вот здесь все нужно менять. Поэтому ничего быстро не делается. Я пытался сломать систему через колено, и система начала сопротивляться. И мы сейчас имеем то, что имеем. Мы, конечно, будем за него биться, но я говорю, как есть. То есть вот система так не меняется. Просто она меняется как-то по-другому. На Эрика, скорее всего, попытаются повесить больше, чем один эпизод, и там ущерб совокупный ему начислят 30 миллионов, не меньше. Это по Ингосстраху, поэтому кто еще не отписался от Ингосстраха, привет вам. Вот. Друзья, как вы знаете, друзей не бросаем, своих не бросаем, будем топить до талого, хотя, конечно, эта история и по нам тоже бьет. Поверьте, на кон поставлено все, и мое реноме в том числе. Вот, поэтому ничего не попишешь. Друзья, на самом деле, спасибо большое, что в столь поздний час нас почти 3000 человек. Всем привет. Мы и дальше будем топить за наше правое дело. Я искренне надеюсь, что там действительно ничего нет. Вот, и буду оповещать вас о всех новостях. Мы думаем, наше основное преимущество в данной ситуации, то, что мы подходим ко всему весьма-весьма взвешенно. И это тоже иллюзия, что мы прям достали шашку и машем ей направо и налево. Все нормально, ребят, не парьтесь, мы обязательно победим. Сомнений в этом нет, рано или поздно. Вот. И меня к Эрику не пускают, потому что я не имею права к нему доступа, я не состою в ВНК, я член общественной палаты, поэтому я эту историю исключительно вот в силу своих возможностей педалирую. Так. Видео завтра будет на канале Смотры. Непосредственно то, о чем мы говорим, будет инфографика и, возможно, будет видео по вестям, когда будет готова охота, но она тоже, наверное, будет на Смотре, где же ей еще быть. Спасибо всем, кто присоединяется, спасибо городам. Друзья, я думаю, что всему придет свое время. И если вы действительно есть в городах, если вам есть дело до Эрика, то, конечно, вы выйдете и поддержите его. Только я вас очень прошу, делайте это по закону, чтобы не подставляться самим и не давать шанса нашим правоохранительным органам совершить так называемое правосудие в отношении тех, кто выражает свою гражданскую позицию. Вот. Поэтому нормально все. Так, победим. Все, друзья, спокойной ночи. Я пойду спать, а то завтра опять подъем в 5. Всем пока.